Ты 4 шлем глухой? Не, я больше глухой шлем не надену, спасибо. Я лучше буду бегать с третьим забралом. Один справа где-то кажется, да. Лучше бегать с наушниками, чем в глухом. Не хочу, чтобы это звучало как-то ЧСВшно или неправильно, но на тиммейтов лучше не рассчитывать в плане инфы. Лучше все-таки ориентироваться на свой слух. Он у меня хороший. Тиммейты могут дать полезную инфу, но не всегда. Лучше удостовериться. Хорошо, когда есть тиммейты, знаешь, какие, как радиостанции, которые постоянно без умолку говорят, все, что видят. Они, конечно, фоновый шум создают, называемый спамом, но ты хотя бы обладаешь инфой. Привет, сладкий. Пес инфуловый. Уакулулул говорит аяк по таймеру ахахах, ты же только зашел. Только зашел и чел вышел с мейна. Прицел на мусинку 15к, прикинь. ЮПС-ка. Какая же счастливая сученька. В этот момент все на базу, у меня руки нету, где у меня выход. Реально, а чё по времени? Я на 10-й минуте появился, у меня такого никогда не было. На 10-й, на первом тайминге, на 30-й я появлялся, но не на 10-й вообще никогда. Это какое-то чудо. Игра вернула бабки за прошлый рейд. У меня вынос был эквипмент 90 косарей. Если сейчас будет больше, получается, я окупился. 7-й час стрима, ролик на YouTube. Только за 5 минут. Получается, родился богатым. У меня такой первый ролик по сайклу был. Что-то наподобие. 100 тысяч за 5 минут я вроде бы таковой и назвал. Его никто не посмотрел. Кроме меня 100 раз. 5, 4, 3, 2, 1. Должна быть сотка. О, 135. Время рейда 5 минут 53 секунды. Ну, лутался бы я чуть побыстрее, я бы за 5 минут и вакнулся. Ну, можно сказать, это ролик на YouTube. Самый короткий, самый быстрый, самый окупной.
Иди водой святой умойся. Тебя чел проклинает. Ну, с двух дробинок отлететь. Обидно, но я попал. Это тоже скилл. И немножечко рандома.